Всем здравствуйте! Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров на днях заявил, что София Михайловна претерпела огромные убытки из-за пандемии коронавируса. Лавров рассказал, что общие потери за 3 месяца карантина составляют десятки миллионов рублей. Эту информацию прокомментировал критик Сергей Соседов, который напомнил, что София Ротару сколотила огромное состояние за свою карьеру, заработала миллионы долларов, просто-таки баснословные деньги, но при всем этом Лавров умудряется делать такие заявления. Слова концертного директора Софии Ротару не выглядели как констатация безденежья Софии Михайловны или что-то подобное, однако в его словах Сергей Соседов все равно усмотрел подтекст с жалобами на нехватку денег. Так или иначе, Лавров пожаловался от имени Софии Ротару на большие убытки, и Соседов считает, что морального права на это у Софии Михайловны просто не было. Сотни тысяч людей остались без денег, а многие из них вообще лишились работы. Бизнес в жалком положении находится, многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы – смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно. Она ничего не потеряла совершенно. Эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед, цитирует критика. Соседов добавил, что за артистку уровня Софии Ротару наших дней платить десятки тысяч долларов за один корпоратив – это очень много. Сергей констатировал, что София Михайловна поет исключительно под фанеру. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.